Хватит, вы же сами все видите. Сердце стало окончательно. Никаких резервов не осталось, все. Что с нами теперь будет, Ольга Владимировна? Что будет? Ольга Владимировна, вы не Господь Бог. Оля, ты только не сдавайся. Я скажу вам, что будет. Все будет хорошо. Верите вы мне или нет? Уж мне-то ты поверь. Я это точно знаю. Дорогая, займись собой и перестань трусить. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Ну а какие тебе посторонние, Оля? Но ты прожила сегодня с ними маленькую жизнь. И ты победила в ней. Это же хорошо. День прожить не зря. А Миши уже давно нет. Осталась только память и моя любовь в ней. Но одними воспоминаниями жить нельзя. Петр жив, и ты его любишь. Милая моя, солнышко весное, где в каких краях встретишься со мною? Что случилось? Да какая разница ему, что у меня случилось? Он там лежит, он целиком от меня зависит. А у меня больше беспокоит, я ничего не могу. Я земский доктор и готова, и могу лечить все. Ну, хорошо, почти все. Ты талантливый доктор, прежде всего. Вам на всех наплевать, вот в этом ваша проблема. Я просто хотела сделать все возможное. Кто нас уволит? Где он еще найдет таких идиотов, как мы? Да, вы сильная, да, независимая, умная, красивая же женщина, понимаете? Владимир, вы понимаете, что вы говорите? Это невозможно. Шансы практически нулевые. У него без операции вообще нет ни одного шанса. Ты никому никогда не доверяла, даже если делала вид, что доверяла. Но это пройдет. Все проходит в этой жизни. У меня трое детей и мама. Ей нельзя нервничать, иначе не станет. Надо меня смотреть какими-то своими глазами. Все хорошо. Ну, кто ее? Такой гордый, пожалеет. Мамочка, что бы я без тебя делала? Мам, мне даже не страшно. Марика! Мамочка, я каждую минуточку про тебя думала. Мне кажется, я никогда в жизни про тебя так много не думала. И в этот момент в окно подул ветер. Он был как бы золотой. И тогда я сразу понял, что у нас все будет хорошо. Я не вру. Я знаю, что ты не врешь. Друг огня ожидает, представьте меня. Ты никогда не будешь без меня, не бойся. А я не буду без тебя. Мамочка, мама. Ты знаешь, я себя поймал на мысли, что треть моих знакомых уже ушли. Приходят ко мне ночью во сне, а я боюсь им обмолвиться, что они уже не живы. Все, Ольга, все. Все. Все хорошо. Мама в коме. Внутри как будто бы все пусто и все болит. У Бога все живы. Какая ты красивая. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Встретишься со мною, встретишься со мною. Интересно, и чем же закончилась эта музыкальная драма? Да что ты, не Нонна, драма, это трагедия, ну. Потом расскажу.